Всем привет, господа майнеры фиговы. Настраивал я тут не одну ферму и столкнулся с небольшой проблемкой. Я думаю, она возникала и у вас. И сегодня мы ее решим. Значит, USB Watchdog на базе Arduino Uno я уже сделал. И сегодня пришло самое время решить следующую проблему, которая возникает на операционных системах Windows 7, 10, ну неважно, но в основном их и используют. Это после экстренного выключения восстановление системы. Я расскажу в данном видео, как же убрать восстановление системы в Windows 7 и Windows 10. Данная процедура у вас займет буквально 30 секунд. У меня есть вот флешка, на ней два файлика. Первый — это батничек для автозапуска, второй — это текстовик. Давайте начнем с текстовика. Кстати, файлики эти добавлю на Google диск, вы можете спокойно их скачать. Здесь у нас есть три несложных команды, которые мы просто копируем. Теперь заходим в Windows, пуск, прописываем выполнить, открываем выполнить, командная строка, открываем командную строку, которая сразу запускается от права администратора. Теперь мы нажимаем вставить, нажимаем Enter, и для продолжения нажмите любую клавишу Enter, опять Enter. Вот теперь у нас автовосстановление отключено. Значит, все просто. Так, и второй способ вообще просто самый простой. Если я открою этот же, если я изменить нажму, то мы увидим здесь те же самые команды в строке. А теперь просто левой кнопкой мыши два клика, и у нас то же самое все прописано в автоматическом режиме. Нам нужно только нажать кнопку Enter. Так, а теперь эмулируем все, что мы сделали, то есть Windows 7, как вы видите, по интерфейсу. Теперь мы просто жмем Reset. То есть экстренная перезагрузка. Пошла загрузка BIOS. Определилась проц, оператива, пошла проверка системы. И сейчас при такой перезагрузке у вас должно вылезть боком автоматическое восстановление системы. Которое, кстати, у меня один раз погубило ферму. Потому что началась восстанавливаться сама система, и там хрен было понятно, моник не было возможности подключить. Ну вот, пошел запуск системы, то есть все у нас отключено. Пользуйтесь, господа. И не забывайте ставить лайк и подписываться на мой канал. Будет еще много всего интересного. Пока. Господа, а у меня на канале все больше появляется различных технических материалов, обзоров и статей. Если ты технарь, подпишись на мой канал и не забудь включить уведомления. Спасибо за внимание. Пока.